Ирина Козлова забирает домой с выставки маленькую черно-белую красавицу. Рассказывает, что после смерти предыдущей любимой кошки не могла подумать о другом питомце, но все же решилась вместе с сыном сходить на фестиваль, потому что без животного дома одиноко. Я говорю, давай сходим посмотрим. Если будет вот именно конкретно черно-белая порода, окрас кошки, значит, мы ее возьмем. Если не будет, мы спокойно идем домой. А когда подошли к первой прямо вот клетке, увидели ее, все. Я уже больше не хочу с ней расставаться. Фестиваль животных «Друг человека» проходит в Самаре в пятый раз. За время предыдущих выставок дом обрели более 300 собак и кошек. Некоторые из них с нелегкой судьбой. Многое пережив, они надеются обрести дома хозяина, который не бросит и не обидит. Большинство питомцев абсолютно здоровы, но попадаются и такие, кто требует особого ухода. Сегодня у нас здесь Ирма, которая прошлой зимой пострадала от выстрела в лицо. Она полностью слепая, но смогла полностью адаптироваться к жизни. А второй пациент у нас здесь пират. Он сегодня приехал со своей инвалидной коляской. В него тоже стрелял человек. Он потерял возможность пользоваться задними ногами. Но сегодня он здесь будет вместе со всеми кататься на своей коляске. И он совершенно ничем не отличается от других собак. В фестивале принимают участие около десятка самарских приютов, стационаров и объединений по спасению бездомных животных. Забрать питомца можно бесплатно. Все они обработаны и привиты. Благодаря партнерам выставки каждому забравшему полагается к питомцу корм, лоток и наполнитель. Фестиваль проходит при поддержке мэрии, департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Октябрьского района. Собака – это счастье. Знаете, одно время бывает так, что тебя не очень хочется вставать с утра на улицу, но ты все равно это делаешь. Она тебя дисциплинирует, это очень хорошо для детей, потому что они с маленького возраста учатся ухаживать за другим живым существом. Ну и, в принципе, собака – это полноценный член семьи, который всегда искренний, который всегда настоящий. Вот он действительно любит тебя на самом деле. Именно собак удается пристроить сложнее всего. Городские жители охотнее забирают кошек. Но питомцы приютов все равно продолжают ждать. Иногда дрожа от волнения и страха, как вот эта собака по кличке Лиса. Ее вместе с матерью, братьями и сестрами выбросили за городом. Из 8 щенков выжили только 3. Она очень добрая, она любит детей. Она на пристройстве, где сейчас на передержке, она там с девочкой очень дружит. С собаками тоже очень она общительная. Сиротами остались и маленькие щенки-хаски. Их подкинули зоозащитникам. Малышей выходили, и они стали настоящими звездами выставки. Породистые, конечно, получше. Бабушки берут маленьких собак, ну, мелкопородных. А вообще так все разные собаки пристраиваются, и даже дворняжки. В прошлый раз, когда была выставка, дали рекорд такой, что мы забрали с отлова 8 собак. И все 8 мы пристроили за 2 дня. Всех собак пристроили, все в хороших руках. И присылают фотоотчеты, видеоотчеты. Вообще мы очень рады. В этот раз за 2 фестивальных дня дом нашли 59 кошек, 16 собак, 2 кролика и даже морская свинка. Все, кто остался, продолжают ждать свою новую семью в приютах. Обратиться можно в зоосообщество, волонтеры и администраторы помогут все организовать. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.